Сейчас у нас идет подготовка под оксамит. Сейчас проверим стены, которые не просто под покраску сделаны под оксамит. Все-таки здесь будет теневой профиль. И вот нам нужно сейчас максимально четко под теневой профиль все нюансики. Обязательно нам нужно, скажем так, посмотреть, где какие косяки, чтобы их подмазать сейчас, до установки именно вот этого теневого профиля, потому что очень хрень капризная. Во-первых, дорогая, во-вторых, капризная. Когда люди выбирают теневой профиль, они не знают, с чем мы сталкиваемся. Как вот сейчас надо чуть-чуть больше маляру заплатить, потому что вот те верха, которые мы на штукатурке проверяли еще, то есть, ну, на штукатурке как бы там погрешности есть, вот, но они маляркой вытягиваются. Так вот, сейчас мы уже проверяем маляра, чтобы не было вот этих вопросов.